Сегодня последний день, когда кандидаты на должность главы Чувашии должны по закону предоставить документы в Центральную избирательную комиссию республики. Выдвинутой партией «Пенсионеры России» Николай Степанов предоставил 270 подписей муниципальных депутатов. Кандидат стал третьим, кто сдал документы для регистрации в Республиканский центр избирком. Он отметил, что собирать подписи было несложно, а на встречах в муниципалитетах местные депутаты задавали очень много вопросов. Людей в основном интересовало будущее развитие республики. Как? Особенно в районах сельской местности, где во многих местах отсутствует дорога, отсутствует вода. Я в своей программе показывал и обозначил четко будущее развитие села, его социальное развитие и все те моменты, которые людей интересовали. Многие вопросы, которые мы не знали, депутаты, они озвучивали, обозначивали и, естественно, в своей программе я это буду использовать. Николай Степанов также назвал фамилии тех, кого он видит в составе Совета Федерации Чувашия. Это экс-глава Чебоксар Николай Емельянов, экс-министр внутренних дел Михаил Киселев и генерал-майор внутренней службы Владимир Ворожцов. Наши члены Совета Федерации, которых мы выбираем или назначаем, Госсовет назначает, глава назначает, они не для того должны сидеть там, чтобы принимать только законы. Они в первую очередь должны там защищать интересы республики. Они должны помочь республике вести инвестиции. Кандидат намерен участвовать в дебатах, чтобы познакомить со своей программой всех жителей Чувашии. Решение о регистрации ЦИК должен принять в течение 10 дней. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Юрий Марков. Республика.